очарование, которое, к сожалению, уволилось. Я уже не молодой, мне уже 40. И сейчас очень активно занимается патриотическим воспитанием молодого поколения, граждан нашей страны, подготовки людей, которые в перспективе пойдут защищать нашу страну на СВО. И я рад, что вчера в нашей культурной программе приняли участие коллеги, соратники под названием «Герой полк». Я тебе слово. Спасибо. Да, уважаемые друзья, боевые офицеры, всем здравствуйте. 18 лет я отслужил в Родине, но я считаю, что я сейчас тоже защищаю Родину. Вот Санкт-Петербургский кадетский ракетный артиллерийский корпус, потом Академия Петра Великого ракетные войска стратегического значения, потом полтора года в войсках, потом 8 лет в Альфе и вот с 15 года. У нас целая программа по детям, единоборство, целая методика и очень много сейчас подпроектов есть. Да, это бесплатная довоенная подготовка, которую мы открыли с начала мобилизации, гуманитарная миссия, которая объединяет более 100 женщин. И делаем очень много массовых мероприятий. Знаете, мероприятия надо делать, потому что даже тот человек, который не хочет оказаться на этом мероприятии, или он невольно оказывается и срабатывает эффект вот этот вот какого-то кадра, мы делаем уже в формате телемоста уже не только всероссийские, но уже международные. У нас турнир Герой Отечества будет, Министерство спорта Российской Федерации нас все поддерживает. У нас есть такое мероприятие, акция «Быть здоровым – это модно». Да, кстати, есть еще музыкальная группа, которая вчера перед вами выступала. Значит, акция «Быть здоровым – это модно» – это массовое обливание холодной воды в цветах российского флага. Мы его всегда делаем в день защитника Отечества, в канун Дня защитника Отечества. Все выходят в бело-сине-красных футболках, бело-сине-красные ведра. Сразу хочу сказать, это не моржи. Моржей там процентов 15. 85%, как показывает практика, это обычные люди, спортсмены, которые идут здоровый образ жизни или просто, как-то модно говорить, хотят испытать какой-то хайп. Но нормальный, хороший хайп. В том году мы организовали 20 регионов. Это все происходит одновременно. Если мы в Красногорске обливаемся в 2 часа, Сахалин обливается в 10. То есть на каждой площадке установлен экран, и люди видят, что происходит одновременно в других регионах. Даже в 23-м году в зоне специальной военной операции десантники к нам присоединились. В этом году мы организовали в 4 странах. В Замбии, в Нигерии, в Южной Осетии и 35 городов России. Алексей Викторович сам обливался в этот момент в Калуге. Это вот именно одновременно. Поэтому посмотрите, я обращаюсь к Ставропольскому краю. Я искренне надеюсь, что вы тоже присоединитесь. Главное, бюджет – это все-таки телемост, это аренда экрана и видеосъемка. В каждом регионе сумма колеблется от 150 до 300 тысяч. Футболки подставляем мы. У нас все футболки подписаны. Сзади написано «Победа будет за нами», ЗТВ. Ваше внимание на экран. 24 февраля 2024 года состоялась ежегодная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно 12». Друзья, во всех регионах скажите, вы готовы к обливанию? Поехали со мной! И сейчас для вас выступит самый известный исполнитель страны – Шаман! Всем добрый день, родные! Ну что, Красноярск, поем? Да! Погнали! Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Надо мной летает вольный ветер, он такой же, как и я. И хочется просто опять дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой есть. В общем, вот так, да. Значит, если у вас есть коллектив, вы понимаете,
подойдите, находим где-то все эти средства финансовые, но все это происходит. В следующем году главная площадка у нас будет, скорее всего, на Поклонной горе, 80-летию Победы. Не говоря про то, что мы планируем 50 регионов привлечь и дружественных стран, в том числе Китая и так далее. Спасибо.